Рассада пиона молочно-цветкового бушела представляет собой нежный и элегантный многолетник, который украсит любой сад. Раскрытые бутоны в диаметре достигают 14 см, при этом они смотрятся очень изящно. Оттенок у цветков насыщенно-розовый, а стебли очень прочные. Сорт имеет легкий сладковатый аромат. Такие характеристики делают его подходящим для срезки. Семена можно использовать для выращивания сеянцев. Пион молочноцветковый бушело предпочитает солнечные участки без застоев влаги. Зацветает этот сорт довольно рано и радует продолжительностью процесса. Пион молочноцветковый бушело — это травянистый высотой от 80 до 90 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка темно-розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 13 до 17 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.